В преддверии празднования Дня православной книги в духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии прошел круглый стол, посвященный проблемам и перспективам православной библиотеки. О нем расскажет наш корреспондент Станислав Мищенко. Круглый стол «Православная библиотека сегодня. Проблема и перспектива» открыл архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. В своем приветственном слове участникам форума владыка Викентий выразил озабоченность тем, что люди все меньше читают книги, предпочитая им телевидение и интернет. Поэтому необходимо во всех больших и малых приходах нашей епархии организовать православные библиотеки. Нам нужно, конечно, постараться, чтобы с вашей помощью организовать во всех приходах, чтобы у нас были хорошие библиотеки. Во всех больших, малых и не только. Нам нужно, чтобы помочь всем библиотекам города, села, чтобы они имели отдел православной литературы. Чтобы каждая библиотека могла иметь хорошую литературу, самую такую необходимую. И было даже у нас такое поручение катехизаторскому отделу, чтобы составить такую мини-библиотечку, где бы были список самых необходимых литератур, которые без него нельзя. В работе круглого стола приняли участие сотрудники православных учебных заведений и библиотек, а также благочинные церковных округов и руководители епархиальных отделов. Главной темой заседания стало упорядочивание библиотечной работы. Для решения этой задачи представители катехизаторского и миссионерского отделов предложили создать централизованную систему управления и развития православных библиотек на основе каталогов информационной системы IRBIS, которая используется в вузах. Мы можем получить уже на 2/3 готовые каталоги, потому что многие библиотеки высшеучебных заведений религиозных работают с библиотечными программами, у них есть каталоги, которые доступны в интернете, и мы можем ими воспользоваться. То есть эта программа значительно упростит жизнь. При организации предложенной программы IRBIS все епархиальные и приходские библиотеки станут филиалами Центральной православной библиотеки. Тем самым будет достигнута их самостоятельность в рамках единого информационного поля. Помимо унификации и автоматизации каталогов, немаловажными для библиотекарей являются и методические проблемы. Например, какую использовать классификацию книжных фондов. В ближайшее время планируется привести ее к универсальной десятичной системе. Тут проблема не технического плана, еще хотелось бы отметить, более методического плана. Существуют проблемы такие сугубо библиографические, это проблемы классификации, поскольку я не знаю, коллеги в православных библиотеках пользуются каким, ББК или УДК. Православные библиотеки используют ублекатор Санкт-Петербургской духовной академии. В Новотихвинском женском монастыре были разработаны по этому рубрикатору таблицы классификации по принципу УДК, универсальной десятичной классификации. Они были разработаны с учетом того, что в православных библиотеках работают не библиотекари. Каждый раздел содержит подробное объяснение, какая литература здесь должна находиться. Они тоже очень просты в использовании, имеют справочный алфавитно-предметный указатель. И, на первый день они очень близки к публикатору Санкт-Петербургской духовной академии, и какой-то сложности, я думаю, в работе библиотек не несут. Еще одним вопросом, который обсудили участники заседания, стало создание епархиального библиотечного совета. В него войдут представители ведущих православных библиотек, в частности, библиотек при духовной семинарии и Новотихвинском женском монастыре. Ожидается, что этот совет возглавит работу православных книгохранилищ. Ему же поручат подготовку к празднованию Дня православной книги, который Русская Церковь будет отмечать 14 марта. Вы знаете, что принято решение о том, что этот день посвящается книге православной. Наверное, мне надо прийти взять эту программу, вам отдать. То есть та программа, которая уже утверждена Святейшим Патриархом, и которую они будут делать в Москве. Там будут конференции, выставки, будут книжные
ярмарки, встречи со школьниками, объяснения, рассказ о книгах, о значимости книг и так далее. Вот такую работу, конечно, мы должны провести тоже в наших школах. Надо вот с нашим учебным отделом, где там есть экзаменский отдел, молодежный отдел, может провести вот такую очень большую работу.